Всем здравствуйте. Меня зовут Николай Сальников, новосибирский журналист. Уже неделю наш регион задыхается от смога. Точно в такой же ситуации соседи – томичи, кемеровчане, алтайцы и, конечно же, красноярцы. На сегодняшний день общая площадь лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и особенно в Красноярском крае приблизилась к 1,5 миллионам гектаров тайги. Для понимания, ежегодные лесовосстановительные работы в Красноярском крае охватывают максимум 90 тысяч гектаров. Иными словами, то, что уже сгорело за последние 2 недели, удастся засадить, то есть восстановить, в лучшем случае лет через 10. По сути, сегодня горят легкие Сибири. А сегодня нам говорят, что тушить Красноярскую тайгу – это, простите, экономически невыгодно. Вопрос. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину – это экономически выгодно? А может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла за почти 3 миллиарда рублей – это выгодно? Да вы там что, в своей Москве совсем уже здравый рассудок утратили?